Вот мужики приехали, машину купили. Nissan. Как? Sunny. Nissan Sunny 2003 года. Приехали показать. Вот. Как бы успокоить душу. Давай сюда уже. Значит, что я могу показать? Вот что они правильно сделали. Во-первых, то, что двигатель не мытый, это показывает, что подтеков масла, где-то там подбегания нету. И хозяин правильно сделал, что не помыл его. Далее. Значит, вот здесь вот. Так, тряпочка у нас далеко. Тащи, пожалуйста. И снимать, я буду рассказывать. Ага. На щупе масла должно вот верхний уровень, нижний уровень. Масло должно быть, ну, во всяком случае, не выше верхнего уровня и не ниже нижнего. Нашли уже. Проверяем. Протер я масло. Значит, проверяем. Вот. Масло ровно по верхнему уровню. Ну, сколько вы уже проездили? Да немного сегодня. Ну, километров. Я в 300 у кого-то был. Сколько? Да кого, может, я не знаю. 300? Да 20, может, 30. 20-30. 20-30 километров проехали, уровень нормальный. Да. Ну, задача... И? Хозяин с Барнаула приехал. Ну, это вчера было. А, к вам приехал, да? Да. Ну, да. Ну, в общей сложности километров 100, да? Ну, грубо говоря. Ну, да. Так-то, с этим маслом. Да, значит, ничего. Масло... Масло они льют, вот как, вернее, хозяин им объяснил, льет вот такое Мобил 5W30. Ну, я советую, машина пробежала больше 200 тысяч, я им советую лить 10W60. Можно Мобил, можно Кастрол. Вот. А так, подвижку, ну, заводят, движок, сейчас заведу. Заводится, как говорится, с полтыка. Отлично работает. Любая японская машина, если она более-менее ухожена, работает нормально. Вот. Движок работает ровно, цепь практически не слышно. Это очень хорошо. Без провалов, без ничего. Значит, еще какой момент. Нужно, чтобы посмотреть, правильно работает двигатель, посмотреть сзади на трубу. Машину выключим, чтобы не масло. Так, вот сзади, а вот она труба. Смотрим. Вот видите, практически нет сажи. Это очень хорошо. То есть все топливо сгорает. Если бы здесь было, например, черное масляничное, вот так вот слегка сажа, это даже хорошо. То есть показывает, что оно горит, что углерод как бы, ну, эта сажа образовывается. Я вот видите, как тру, это хорошо. Потому что на иных машинах палец только притрагивается, и уже все масло. Масло. Да, вот они до этого смотрели Nissan Марш, да? И, да, вообще сажа была голимая. Да, вообще голимая сажа и машина, завышенная цена. И говорит, хорошо, что не взяли. Да, и пробег там 160 всего был, якобы. Якобы, да. Ну тут неизвестно, если можно и за 160 делать, как говорится. Ну давайте салончик посмотрим. Вот это вот нюанс с дверями. Ну, просто люди не знали. Вот как бы немножко их болтаешь. Вот. Дети. Ну, блин, дети раскричали. Болтаешь, и как бы они там на шарнирах, видимо, втулки разбиты или сами шарниры, но это как бы не критично. Сделают, руки есть, сделают. Вот. Передняя дверь тоже немножко болтается. Кстати говоря, задняя левая, пассажирская, болтается меньше. Вот видите, практически не болтается. Передняя дверь пассажирская тоже поменьше. Есть болтанка. Нормально. Салон чистенький, не прокуренный, как говорится. Сними салон. Вот. Мне нравится, машина хорошая. Что говорить. Я думаю. Не прогадали. Не прогадали, да. Стрел багажник. Едешь в Барнаул, как на дальняк, собираешься все. Ну, а наш... с собой всю сумку, все. На наших машинах. Ну что, нормально, чисто. Здесь вот это. Ну вот здесь только вот защитки вот этой какой-то, вот, наверное, должна быть что-то там. Ну да, скорее всего, просто должна. Ее не было. Да выпилишь из ДВП. Из дерева плиты. А клеишь такой же, если захочешь, а если не захочешь. Просто при желании потом коврик сюда можно положить резиновый, ну. И все. Видишь, тут уже, видать, с фанеркой вы. Ну. А я себе тоже фанеру сделал. И еще мало того, здесь распилил с шарнирами, чтобы поднимать. Она даже для прочности она лучше с одной. Да, лучше, фанеры. Конечно. Вот, да, тут. Нормальная запашка.
Цену, конечно, на рынке я не знаю, какая сейчас, но по состоянию нормально. А это смотрели фильтр? Нет, не открывал. Че, глянем? Что-то зову. Давай глянем. Вот его я не смотрел. Хотя ну, надо было бы. Ну, фильтр, как бы, фильтр это расходник. Ну да. Если даже он грязный. Там не гляну, чтобы может заплевать масло. О, фильтр новый. Тут вот немножко, конечно, есть. Но это ерунда. Это засасывает, может быть, где-то пыль с улицы. А с этой стороны вообще даже. Его просто надо вот так вот взять. Вот так вот взять. Постучать слегка. Вон он. Пыль из-под колеса летит. У моей на коровке-то там защитка была. Нормально? Наоборот, живое видео. Да, тут защиты нет, что ли? А здесь нет. А вот без защиты это плохо, потому что у меня как-то... Видишь, защиты нет. Как-то на колдине я снял, поехал в этот... Ну вот по луже, по грязи. Вот, и вот этот весь капот, вот видите, вот из-за того, что защиты нет. Этот попадает на ролики, грязь, и вот сюда летит, и поэтому, может быть, и сюда летит. И плюс ремни точит, да? Естественно. Это же абразив, можно сказать, летит. Поэтому... Так, ну тут все стандартно, нормально. Здесь. А вот эту губку тоже, наверное, надо, да? Убирать пыль с ней или что? Вот, кстати, первый раз вижу фильтры какие-то губки. Вот серьезно, первый раз. Ну, это грязезащита. Может быть, такая. Как раз вот эта вот пыль, чтобы не болталась она себе. Почитать надо в интернете. Такую губку первый раз вижу. Все когда-то новое. Ну да. Придумывают инженерные мысли, японские головы придумывают. Недавно видел, слышал программу, что наша промышленность умирает. И не только потому, что никто работать не хочет, а просто кадры не выращивают. А они-то там растят на заводах. Ну вот такие вот дела. Пока машина только положительные впечатления. Можно сказать, пятерку такую твердую. С плюсом, если бы она была новая, с магазина. Ну да. Так-то да. Ну и все, в принципе. Так вот. Ну что, что могу сказать? Большое спасибо. Да. Что вот, я бы тоже как, что не ошибся я. Да. Ну, в выборе, просмотре. Приятно как бы себя осознавать, что... Ну что, башка есть. Бывает же, люди покупают, потом попадают из-за голову, берутся. Вау, этого я не увидел, этого я не заметил. Да лучше это... Как говорится, лучше взять синицу в руках, чем журавля в небе, да. Помаши. Всем привет. Всем здрасте. Да. Точно так же корову они же правят. Угу. Ну все. Всем пока.